Компания «Саратовгесстрой» объявлена банкротом. Суд признал организацию несостоятельной и открыл конкурсное производство. В течение полугода все полномочия компании банкрота прекращаются, а документы и печати на это время будут переданы конкурсному управляющему. Напомним, скандально известная компания «Саратовгесстрой» занималась строительством новой набережной Саратова, но уже через год после торжественного ввода участка в асфальте образовались ямы и трещины. В рамках проводимых работ региональное правительство перечислило организации порядка 117 миллионов рублей авансом. В настоящее время комитет капитального строительства пытается войти в реестр кредиторов «Саратовгесстроя». Следующее заседание по делу состоится в декабре текущего года.